глубокой скорбью отозвалась в сердцах всех советских людей весть о кончине Юрия Владимировича Андропова, выдающегося деятеля Ленинской партии и советского государства. Ярославль. С этим городом связаны годы работы товарища Андропова заведующим отделом, затем секретарем и первым секретарем Ярославского обкома комсомола. Траурный митинг на Ярославском комбинате технических тканей «Красный перекоп». Отдавая дань светлой памяти верного продолжателя великого ленинского дела, участники митинга говорили о стремлении еще теснее сплотиться вокруг коммунистической партии, ее боевого штаба, Центрального комитета.